Побежишь за повозкой, смерть. Да, хозяин! Нет-нет, он не угонится за машиной. В карету нельзя, он не благороден. Он должен сесть в салон. Он нет. Поедем по автостраде. 120 километров в час. Я ведь обутый. Нет, он должен сесть в машину, пожалуйста. Я шустрый. Я не сомневаюсь, покажешься нам как-нибудь, да? Садись. Да, милорд. Хочешь собачку? Слишком быстро. Вас укачало, мистер Патте? Слишком быстро. Милый, нельзя ли еще притормозить? Итак, ползем на 35. Да, знаю, до 30 не сбросишь. Эй, заторможенный! Ты что, права купил? Подвижись, пошла! Что? Не беспокойтесь. Надо же!